Старейшему Одинцовскому любительскому театру «Наш дом» исполняется 45 лет. За это время актеры сыграли разные спектакли. Это и классика, и современная драматургия. Пьеса «Свет любви» впервые была поставлена на сцене администрации округа. Этот спектакль о настоящей любви. А мне кажется, в наше время любви нам как-то не хватает. Мы иногда забываем, что есть такое чувство очень важное в нашей жизни. И поэтому, наверное, от того, что наш театр – это абсолютно любительская модель, то и любительский театр – это тоже от слова «любить». И я люблю своих актеров, потому что если ты их не любишь, то ты никогда не сможешь с ними работать. А они очень любят и очень преданы искусству театра. Спектакль поставлен по пьесе «Варшавская мелодия», которая была написана Леонидом Зориным в 1967 году, но до сих пор воспринимается зрителями очень эмоционально. В центре повествования история двух влюбленных, которым не суждено быть вместе. Обычно, если не удовлетворяет что-то сюжет или содержание, встают, уходят, даже исчезают. А здесь сидели столько после того, как уже закончилось. То есть очень хорошие и актуальные. Значит, у меня прямо очень приятное впечатление, как у жилого возраста, да, значит, оставил. Значит, спасибо. Валентина Переверзева отметила, что это проба пера. Впервые в администрации прошел полноценный спектакль. И это только начало. По инициативе нашего главы Андрея Рубича Иванова, а инициатива заключалась в том, чтобы возродить театральные вечера. И не просто возродить театральные вечера, а наши жители Одинцовского городского округа, они именно хотят смотреть спектакли, как было ранее. В субботний вечер всей семьей прийти на спектакль, посмотреть хороший спектакль, зарядиться такой энергетикой положительной на всю неделю. И мы решили эту традицию вспомнить и поддержать ее. Зрители эту идею поддержали. Тем более спектакли бесплатные, и посмотреть работы театралов может любой желающий. Я вижу, что очень много такого мудрого поколения сегодня пришли с большим удовольствием. Это бесплатная сцена для них, и люди получат действительно удовольствие, наверное, вернуться в какие-то свои, в свое время. Многие могут быть вспомнят о чем-то, о своем. Я думаю, что это прекрасно, и нужно поддерживать это направление. Организаторы уверены, что этот проект привлечет многие театральные студии, которые долгое время оставались в тени. А возможно, и наше старшее поколение в скором времени сможет удивить зрителей своими актерскими способностями. Может зародиться инициатива участвовать им самим в каких-то спектаклях, потому что они действительно готовы и хотят. Я думаю, что можно даже делать какие-то театральные пробы вот на уровне разных и любительских, и каких-то пробных историй. Может быть, кто-то хотел всю жизнь быть актером, а так и не смог себя в этом попробовать. Сейчас, я считаю, это шикарный шанс и возможность начать такую инициативу, по крайней мере. Можно попробовать это сделать. Открыть театральную студию для членов активного долголетия только в планах. А пока жители с нетерпением ждут следующего спектакля, который пройдет уже в феврале. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».